Друзья, всем привет! Меня зовут Жандарова Юлия. Сегодня 17 августа. Мы находимся на территории Общероссийского народного фронта. Друзья, в сентябре месяце мы запускаем мониторинг общественного транспорта. Что от вас требуется? Зайти ко мне в социальные сети, распечатать чек-лист, который я привожу, взять чек-лист, пойти на автобусную остановку около своего дома, изучить ее, посмотреть, чтобы урны на автобусной остановке были чистые, не перевернутые, чтобы были не разбитые стекла, изучить таблицы с названием номеров автобусов, и чтобы они были не расписаны. Все это сфотографировать, сделать фотографии в разных ракурсах и прислать мне все это на почту. Всем спасибо.